Всем привет! Вышла новая прошивка для iMac B6 Mini. И сейчас давайте попробуем ее обновить. Это версия 1.14. Скачиваем по ссылке в описании. Распаковываем, заходим в папочку. И видим вот такие два файла. Ну, все как в принципе и в предыдущих вариантах прошивок. Запускаем файлик. И теперь нужно подключить устройство. Сначала подключаем питание. Далее подключаем microUSB кабель. Так, что-то оно нам тут пишет. Так, подключились. Давайте еще раз запустим. На всякий случай сделаем это от имени администратора. Ну что ж, поехали. Процесс идет. Ну, как видим, процесс успешен. Давайте проверим, так ли это. Что у нас тут за прошивка? Ну, вот видим, прошивка версии 1.14. Так что прошивка у нас удалась. Итак, прошивку обновили. Сбросили на заводские настройки. Данная прошивка дополняет функции калибровки, которую нужно делать при подключении 6 ячеек. Ну и давайте сейчас это сделаем и посмотрим, получится у нас откалибровать или нет. Итак, подключил я 6 ячеек. Напряжение их видим на экране. Дальше делаем следующее. Нажимаем кнопочку Enter в течение 6 секунд. Мы видим значение мультиметра. Теперь корректируем эти значения с учетом того, какие мы показания снимем эталонным мультиметром. Итак, берем эталонный мультиметр, или тот, в котором вы уверены, что его показания правильные, и корректируем значения с учетом показаний. В данном случае вот мы видим, на мультиметре мне показывает 3975, здесь же у нас показания 3982. Я скорректирую с учетом показаний данного прибора, так как у меня есть предположение, что он все же меряет точнее, нежели iMac B6 Mini. Переходим к следующей ячейке. Калибровка у каждой ячейки. Нажимаем кнопочку Enter в течение примерно 6 секунд. Для сохранения Saving Calibrate Data. Все, значения сохранены и сейчас отображаются с учетом того, что мы скалибровали. Правда, видим, последняя ячейка 3.96, у нас здесь 3.972. Ну, то есть уже даже после калибровки значения немного отличаются. На этом все. Смотрите новые видео на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Всем пока.